Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы с вами будем лепить вот такой танк, оформлять его, раскрашивать буду при помощи аэрографа. Ну что ж, не буду вас томить, давайте будем начинать. Для основы танка буду использовать вот такие казинаки, также воздушный рис он называется, в сахарной глазури. Ну, разные производители называют по-разному. Основа получается у меня 12,5 на 6,2 на 2,5 сантиметра.
Вот такой в итоге танк у нас получился. Надеюсь, что данный урок вам понравился, был полезен. Буду ждать ваших лайков. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и, как всегда, если вы были со мной впервые, значит, обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все. Всем пока-пока.